Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Нужен волшебный 100% пендель, чтобы из одного города переместилась в другой. Самостоятельно не получается уже 5 лет, так как могу справиться с своими тараканами. Помогите, возможно, это мой последний шанс. Смотрите, ваш вопрос достаточно короткий, достаточно такой ёмкий получился, то есть, как мысли свои вы излагаете хорошо, вот, и за счет этого можно как бы увидеть, насколько вы вот, ну, вообще нацелены на решение проблем, да? Сейчас вам кажется, что проблема в том, чтобы переместиться с одного города в другой. Вот. Но при этом вы же сами говорите о том, что у вас не получается справиться с тараканами. То есть получается проблема в тараканах. Да. И вы говорите о пенделе, то есть чтобы вы забили на своих тараканов и переместили в город. Вы просто подумайте, что переместившись в город, вы переместитесь туда со своими проблемами. Вот. И как бы перемещение в город глобально не решит вашу проблему. Не решит ваших проблем. Вы не станете там счастливее. Потому что вы там будете со своей головой, в которой есть эти проблемы. Если в городе вам угрожает какая-то смертельная или телесная, такая достаточно яркая, непосредственно какая-то угроза, если над вами нависает, я думаю, что вы бы уже переехали. Потому что, ну, вы себе не враг. А раз вы можете 5 лет находиться в городе, из которого вы хотите уехать, то, извините, как бы вы можете в нем находиться. Знаете, и вы другой город в данном случае, в том числе, воспринимаете как решение своих проблем. То есть мне кажется, что у вас изначально как бы посылка неверна. У вас вывод какой? Я не могу переместиться в другой город, мне нужен пендель. Да, пендель мне нужен. Но не могу-то я переместиться, потому что у меня таракан, переместиться не могу 5 лет. Понимаете? То есть это вот звучит сейчас, как психологическая игра. Типа, я не смогла себе этот пендель дать, дайте его мне, вы. То есть вот есть такая вот психологическая игра, она называется, да, ну, да, но. Вот, можете так и написать в поисковике, вот, и увидите, как в эту игру. Ну, да, но. То есть, какие бы аргументы вам не привели, да, какие бы аргументы вам не привели. Ну, вы их, как бы, будете отвергать. Потому что, вот, вам для чего-то нужно находиться в своем городе. Вам для чего-то нужно страдать от того, чтобы не переезжать в другой город. И вам для чего-то нужно идеализировать другой город, в котором якобы решатся все проблемы. Понимаете, здесь вопрос выгоды вашей. В первую очередь. Так называемой вторичной выгоды, которую человек, ну вот, не всегда как бы осознает, да, не всегда ее замечает, не всегда ее как бы видит. Это нормально. То есть нормально, что вот такая вот история про вторичную выгоду, она как бы, ну, не всегда находится в поле сознания. Задача психолога в первую очередь вывести эту историю, вывести эту вторичную выгоду в поле сознания. Чтобы вы увидели, о, так мне для этого это нужно. О, так мне вот поэтому я тут. О, так вот это так. Понимаете? Ну вот. Следующий момент.
последний шанс, говорите вы, помогите. А здесь вы вызываете к жалости. Драма. Я не знаю, свойственно ли для вас это, но из практики, из литературы, да, какую мы можем увидеть картинку? Человек терпит, сдерживает себя, доходит до определенной критической точки, а потом говорит: помогите мне, это мой последний шанс. Понимаете? Такая штука. И опять-таки, если есть прямая, непосредственная угроза вам, вот прям-таки прямая, то, скорее всего, если вы себе не враг сам, да, если у вас как бы, ну, нормально работает центральная нервная система, отделы мозга, вот, то, скорее всего, вы сами как-то бы на это отреагировали. Раз вы не отреагировали, ощущение, что, что есть вот прямая угроза, у вас нет. Понимаете, в чем как бы штука? И получается, что если такого ощущения у вас нет, то вы в определенной степени подменяете здесь понятие. Я уверен, что вы делаете это не специально. Я уверен в этом, что вы делаете это не специально. Но также хочу сказать, что, например, вот, ну, допустим, как бы для вас, да, вот, ну, просто, вот, к примеру, для вас нет особой разницы, ну, как бы, специально вы это делаете, специально вы, там, подменяете понятие, как бы, или нет, нет особой разницы, потому что, так или иначе вам плохо, так или иначе вам тяжело, понимаете, так или иначе вы как-то вот находитесь вот в этих, ну вот, в противоречиях, как бы, да, находитесь вот в, ну, в конфликте каком-то, понимаете, какая штука здесь, ну вот. И вот как раз моя идея заключается в том, чтобы вам начать как-то вот со своих тараканов, в первую очередь, со своих тараканов. Вот, в первую очередь, начать именно со своих тараканов, которые бы, вот как бы, ну, с которыми можно было бы начать работать, да? Вот. И после чего уже, как бы, после чего можно было бы как-то говорить о том, что вы вот как-то, ну, для себя сами могли бы как-то вот выявить этот вот, ну, этот момент, да, того, хотите ли вы там на самом деле вот, ну, в другой город, да, и так далее. То есть как бы такая вот история сейчас получается. Ну, вот. Сейчас пока что ничего такого нет. Сейчас пока что вы просто требуете пендель. А почему вы думаете, что, ну, мы вам, вот, условно говоря, там, взрослому человеку, вот,
можем его дать. Как бы. То есть почему вы так считаете? Почему вы считаете, что вот, ну, будучи взрослым человеком, вы возьмете и ну, поддадитесь вот на этот как бы пендель-то, собственно. Вот. Ну, а опять же, этот вопрос, да, а дальше что? То есть вот, ну, вот вы получите, там, ну, грубо говоря, да, вот свой пендель, который так хотите, а что дальше будет? Вот. Как дальше будет, ну, как вы дальше по жизни будете идти, например? Ну, вот. Всегда вот, как-то, ну, будете, ну, нуждаться вот в пенделях, например, как бы, или вот как-то вот все-таки, ну, будете учиться вот, ну, как-то вот своей жизнью жить, да, например. Вот. Это тоже такой, тоже вот такой достаточно важный момент, понимаете, на который вам нужно ответить. Ну, то есть, к сожалению, здесь история вот про достаточно такую инфантильную позицию вашу. Как бы, когда вы прикладываете ответственность на нас за, вот, как бы, ну, решение своих вот проблем, понимаете, какая штука. И вам можно помочь, вам нужно помочь. Вот, вам нужно помочь. Но вот так как вы хотите, например, если мы будем помогать вам так, как вы хотите, чтобы мы помогли. Вот. Ну, как бы, ситуация вот не совсем изменится, ситуация не совсем исправится, к сожалению, большому, моему, по крайней мере. Вот, поэтому какой-то вот такой ответ я мог бы вам дать. Сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и с точки зрения, ну, какого-то вот своего опыта, да, который вот у меня в данном случае есть, и как бы с точки зрения еще литературы, как бы. Вот, понимаете, да? Вот, надеюсь, что вам это, ну, так скажем, достаточно полезно было, ну, было или будет, я что, не знаю, как вы на это отреагируете, но вот, ну, как-то так. То есть проблему решать надо, в чем, как бы, в чем момент, да? Проблему надо решать. Это правда. Действительно нужно решать проблему. Вот. Действительно нужно. Но только вот вопрос-то заключается в чем? По сути. Вот. А проект заключается именно в том, как.
как мы будем эту проблему решать. Понимаете? И решать ее можно, ну, по-разному. То есть, как бы, можно решать ее, вот что называется, как бы подкрепляя ваше сопротивление, например. Потому что вот то, что, допустим, вы говорите, да, то, о чем вы говорите, это больше про сопротивление ваше. Вот. Это больше про ваши механизмы защиты. Про потакание, условно говоря, ваших тараканов, которые у вас есть. Или вы вот позволите нам, психологам, помочь вам, вот, условно говоря, как бы решить вот ваши проблемы. Помочь психологам. Так как вот это вот, ну, нужно делать с точки зрения именно вот, ну, с точки зрения корректной работы. Понимаете, да? Такая штука. Вот. И, соответственно, вам, на мой взгляд, это уже предстоит решать. Если вы там, условно говоря, ну, на самом деле, хотите свои проблемы решать. Вот. То есть, как бы, не нужно в данном случае вам ограничиваться пенделем. Вот. Не нужно вам ограничиваться только вот, ну, как бы, значит, вот этим вот волшебным пенделем, который, в принципе, является, по большому счету, аффирмации. Вот. Ну, то есть, ну, вот, как бы, ну, внушение, да, чем-то вроде внушения. Вот. Это аффирмация. Ну, вот, такой, как бы, аспект я хотел вам сказать. Вот. Надеюсь, что вам это было полезным, интересным. Надеюсь, что вам это было важно. Хоть вот, явно я здесь не сказал, как бы, то, что, ну, как бы, то, что вы хотите услышать, явно не сказал. Вот. Явно я здесь как бы иду в какой-то степени, да, вот, в расхождение с вами, потому что у меня нет, вот, словно говоря, ну, цели вам, как бы, ну, а вот как-то, ну, условно говоря, да, ну, следовать вам, да, да, вот, то есть, как бы, ну, вот, такая идея в данном случае, вот, и, соответственно, я очень надеюсь, что вы вот, сделаете какие-то, ну, вот, какие-то выводы, значит, ну, как бы, для себя, да, вот, очень на это надеюсь. Вот то, что хотел вам сказать, то, что хотел, ну, как бы, до вас, значит, донести.
донести. Вот, значит, такой ответ. Сейчас я вам дам. Вот вы подумайте, значит, ну вот как следует, да, подумайте, поисследуйте свою, ну, как какую-то, да, реакцию на мой, вот, ну, на мой ответ вам. Вот. А дальше уже можно будет посмотреть, да, дальше уже можно будет как-то вот поисследовать эту всю историю. На этом все. Надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам было полезно, надеюсь, что вам, значит, мой ответ понравится. Вот. Повторюсь, вот, обязательно дайте какую-то обратную связь на мой ответ, потому что, ну, просто, вам это поможет, вам это позволит как-то вот начать, так скажем, работу над собой, вот, позволит вам несколько лучше понять вот себя, да, ну, понять происходящее с вами. Вот. Я очень надеюсь, что вы примете верное решение относительно своей жизни, вот, и сможете как бы уже дальше ею вот распоряжаться свободно. Вот. Я вам желаю удачи, я вам желаю всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, вам она, эта помощь обязательно пригодится и обязательно вам поможет. Всего самого доброго.